Привет, мои хорошие. По кофейку. Ой, друзья, я уже дома. Сегодня занималась уборкой. Сейчас я постелила вот себе сюда такой цвет, видите, такой нежно-пудровый. Книжку я по-прежнему использую как коврик для мышки. Мне это очень удобно. А на спинку стула я повесила тоже вот такого же цвета пудры. Что это, скажем, салфетка, такая большая салфетка, полупрозрачная. Сейчас я покажу. Вот такая вот полупрозрачная. Вот под цвет вот этих розочек. В общем, я очень довольна, что я поубирала, сделала влажную уборочку и могу уже наслаждаться, ну, уже в течение нескольких часов наслаждаюсь просто отдыхом. Сделала себе маникюр, наконец-то. Вот. Вот такой, давно у меня не было красного маникюра. Более того, я пару дней ходила вообще без лака. Так получилось. Вот, ну, в общем, сегодня я оторвалась. Красный любимый лак. И вот такой вот маникюрчик. Так, сейчас покажу лак. Лак у меня вот. Ой, вот этот. Он немножечко красный приглушенный. Чуть-чуть приглушенный. Вот. Ну, смотрится. Я люблю, кстати, именно слегка-слегка приглушенный красный цвет. Я люблю очень. Сейчас ночь. Сейчас уже 3 часа ночи. Скоро спать пойду. Из Киева, пока адаптировалась, пока поубирала. Вчера приехала, вчера уборкой занялась. Поснимала хоть пасхальные яйца с веток. И поснимала их в вазочку, которую я вам сейчас покажу. Вазочка зеленого стекла, о которой я вообще напрочь забыла. Ой! Посмотрите, какая прелесть. Сейчас я эти яйца высыплю на подносик. Ой! Сейчас и я вам покажу стекло. Значит, расскажу вам, что подразумевается под этой вазочкой. Смотрите, какая красивая. Сейчас я вам и на свет ее показываю, да? И сейчас покажу против света. Ну, как там? Короче, так покажу сейчас и по-другому покажу. И обратите внимание, друзья, что вот эта вазочка, смотрите, здесь вот так, а здесь вот так. Вы уже догадались, что это такое, кто это такой? Это голубь. Вот это головка, а это хвостик, а это крылышки. Вот вазочка, голубь. Я покупала ее вместе вот с вот этими блюдечками, вазочками. Это все было куплено в одно время. И очень многое уже утрачено, разбито. Вот такая. Было много у меня, да, было много вазочек. Ну, как я уже сказала, разбиты, были и другого цвета. Но на то это стекло, чтобы разбиваться. Я вообще о ней забыла. Сегодня думаю, подожди, надо покопаться поглубже в шкафчике. Опа!
Вот так вот нашла. Ну, конечно же, показывая вам изделие из цветного стекла, я не могу обойти, там грязненький этот сапожок, внутри совсем там грязненький, а так сверху чистенький. Не могу обойти этот ГДРовский сапожок, купленный мною еще в начале 80-х. Возможно, он даже старше Мариночки, потому что приехали мы туда в 81-м году, а Маришка родилась аж в 82-м году. Вот, ну, возможно, я его купила еще в 81-м году. Это я уже не помню. Может быть, я в каких-то ранних видео вам говорила, а сейчас уже не помню. Забывается. В общем, вот такой вот классный немецкий ГДРовский сапожок с глухарем. Немцы вообще любят вот такие вот картинки, сцены из охотничьи сцены, вот так скажу. Да, вот такой вот сапожок ГДРовский. Вот этот огромный стаканище, посмотрите, какой большой. Я его использую как подсвечник. Видите, там таблеточка свеча. Мне он очень понравился. Были разных цветов. Ну, вы знаете, друзья, почему-то вот этот, я даже не знаю, как сказать об этом цвете, как его назвать. Вот, ну, в общем, вот такой цвет. Вот такой цвет в посуде мне почему-то очень нравится. Я не знаю, почему. В стеклянной посуде. Очень нравится. Вот такая красотень, я бы сказала. Такой вот стакан. И сейчас я вам покажу такого же стекла вазу. Утяжелителями служат пробочки от парфюмов. В ней стояли какие-то цветочки, чтобы она... Так, и вот, вот это вот вторая ваза. Я их очень люблю. Во-первых, я люблю такую форму. Очень люблю такую форму вазы. И люблю такой цвет. Ну, это старые вазы. Я их покупала, по-моему, в 90-х еще. Я не помню. Но я их покупала в комиссионке. И недешево я их покупала. Тем не менее, я была ими так очарована, что я... не могла пройти мимо обожаемой мною вазочки. Слушайте, у нас все жарче и жарче становится. Вчера такая гроза была. И целый день дождь, гроза, а сегодня прям я чувствую жарко мне. Смотрите, вот класс. Такая ваза. У меня их две. Вторая стоит... Сейчас, подождите, сейчас покажу вам. Вот стоит вторая такая же, наполненная... всяческими утяжелителями. Вот она. Вот то, что белое, это просто утяжелители. Я туда набросала. А утяжелителями в данной ситуации мне служили. Ну служат. И, как говорится, коль скоро мы заговорили о вазах такого стекла, я не могу не поделиться с вами вот этой красотой, приобретенной мною совершенно сейчас антре. Совершенно недавно цветочки, знаете, почему в ней такие цветочки? Потому что вот эти цветочки мне напоминают цветочки, которые стояли на столе у моей бабушки, тоже розочки. Вот такие немножко, как ретро такой. Такой у них вид ретро. И они у меня стоят вот в этой красивой вазе. Сейчас я их выну, и вы увидите, что она абсолютно современная, недавно мною куплена. Вот эта красотуля. А, значит, было их два вида. Вернее, вид один, два цвета. Два цвета было. Вот такой цвет. И сейчас я покажу. А вторая ваза была вот такого цвета. Сейчас, подождите. Сейчас, ребята, подождите. Сейчас я вам все покажу. В общем, вот такого цвета была вторая ваза. То есть было два вида. Но я отдала предпочтение моему любимому в интерьере вот этому цвету.
Вообще в интерьере я люблю вишню, терракоту. Все. Вишневые терракоты. У меня даже вот здесь, вот видите, занавески. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вишневые такие. Вишневые. Вот. Очень люблю вот терракотовые эти самые креслечки. Вот, вот люблю я вот. А спальню люблю зеленую. Ну, у меня спальня зеленая. Вот, пожалуйста, красота какая. Очень люблю эту вазочку. И тут такой вот получается. Такой вот получается союз меча и орала. Короче, типа ретро-розочки в современной вазочке. Немножко надо убрать, это вот эти вот бантики закрывают красивую этикеточку, которая придает шарм вот этой вазочке. Вот такая вот красота. Эти вазочки, у меня их 3 штуки, я вам показывала. Ну, все-таки думаю, надо для полноты счастья показать и вот эти вазочки. Ну, потому что они, в принципе, одинаковые. Тоже хорошенькие, красивенькие, небольшие и моя любимая форма. Люблю такую форму. И, конечно, было бы несправедливо обойти вниманием вот этот вот старинный графинчик. Смотрите, как девочки говорят, карамельное стекло. Смотрите, какое красивое. Графинчик внутри немножечко покрыт солевыми отложениями. Но меня это не волнует. Вы знаете, я им даже пользуюсь иногда. Вот, когда вдруг потянет. Купила я его на барахолке давненько. Так. Это мое художество. Я иногда начинаю чудить и делать абажуры такие. Ну, как делать? Там абажур есть. Навесные такие штучки из милых тканей. Да, вот такой вот красивенький графинчик из прошлого. С барахолочки. Смотрите, какое красивое стекло. Посмотрите, так, чего-то мне не хватает, чтобы показать вам во всей красе. Не могу понять, чего, света, что ли? Ну, в общем, как-то так. Теряется он на фоне этом. Красивый. А сейчас будет Мэрилин Монро. Это не цветное стекло, но сделано очень интересно. Пепельница. Вот здесь вот наклейка. Современная пепельница. И вон там милая Мэрилин. Она очень красиво смотрится, эта пепельница. Она тяжелющая. Вы видите, какого толстого стекла пепельница. Вот такая тяжелющая. Да, да. Я отношусь к тем женщинам, которые никогда не курят и не курили. Ну, я не считаю в колхозе пару сигарет на публику. А вообще, как говорится, абсолютно не курящая женщина, обожающая пепельницы. Просто обожающая. Красивая. Дорогие мои подруги, друзья, девочки, мальчики. На этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, обязательно дизлайки. Всех люблю. Всем хорошего настроения. Пока-пока.